Так, вот так. Приехали мы на базар. О, вон какие оливки. Здорово. Мир вам, дорогие мои родные, друзья, близкие и все гости моего канала. Сегодня я, как и обещал вам, провести экскурсию на нашем базаре. В большем случае, то, что будет вами увидено на экране, это в нашем родном городе, в городе Сдероте. Но также будут использованы еще здесь и кадры, которые я снимал в соседнем городе, в городе Бершева. Поэтому приготовьтесь к просмотру. Я думаю, вам будет всем очень интересно. А особо тем, которые родились и выросли в Средней Азии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане. Потому что место, где вы сегодня будете находиться, это Израиль, это Ближний Восток. Но культура, она очень во многом схожая именно с теми азиатскими республиками, жителей которых вы сегодня тоже вместе со мной повстречаете на этом базаре, здесь, в Израиле. Желаю вам всем приятного просмотра. Прошу вас сильно не обращать внимания на то, что лежит под ногами, потому что это Восток. Восток, он не всегда такой чистый, как Европа. Но в этом он-то и отличается. Своей простотой, именно своим каким-то своего рода простодушием, которое восточных людей отличает от европейцев. Приятного просмотра. Вени, гранаты, все дела. Это наша мама Таня. Глава, глава, она. Покрива, покрива. Я вы. Манго, манго. Пробуйте ездить. Вот так. Вот так. У нас еще виноград продается. Продаются все эти капусты, помидоры, гранаты, мандарины, огурчик, помидорчик, перцы, луки. Все тут, говорит, еще продается. Картошка, перцы, баклажаны. Нихома ходя. Гранатики, яблочки, манго. А вот он, этот наш вкусный вонючий фрукт. Это тут авокадо, сливы, виноградик, бананы, персики. Все, что хочешь. Ну, хоть бы закричала сейчас это, закричала. Она тут орала. Ой-ой-ой. Это о. Вот. Вот это персики. Какой кулак. Ассаламу алейкум, хаври. Они рацы, лясот это сырят катанчик бисмиля, бисмиля русим. Во Руссия лично, кен, ине. Ой-ё! Эх, ты мог дима, тире, смотри, как они делают. Вот так, раз, ине. Опа! И все, ине. О-о-о! Томил. Горячий, горячий. Горячий, горячий. Это лаваш горячий. Лаваш горячий. Туда, вон они.
лепешки там кидают. Ине, вот они свежие. Вот они. Ине, вот они летают здесь. Вот, вот так вот. Это будет 30, давай бери. Шукран. Йом тов. Вот он. Кушай прямо на базаре. Не дожидайся. Я не вытерпел. Она тепленькая. Лимончики 3, гранаты 3 шекеля. 3,5 шекеля это 1 доллар. То есть меньше, чем килограмм. Ой, меньше, чем 1 доллар. Вот. Апельсины тоже по 3. У него все по 3 здесь. Что тут у него еще? Вон. Авокадо 3. Мед. Мед? Помнишь, мы дикие с тобой собирали? Вот они. Вот такой базарчик хороший. Так, виноградик, все. Ладно, все, надо брать. Вот мы пришли опять в место сюда, где лепешечки печатают наши братья. Двоюродные. Ну та се, та ви одно. Ине. Яфе, беседер. Бивним. Та се, ну. Коля, сейчас поедем кушать лепешку арабскую. Вот она. Вот так вот. Пришел сегодня на базар, думаю, сниму. Лук свеженький. У нас тут продается картошка разных сортов свеженькая. Как выглядит старая картошка, я уже даже сейчас и не помню. Да, вот так вот. Огурцы, ящички всегда лучше. Перчики. Да. Баклажаны. Все свежее. Все растет у нас. Крики такие, крики. Что значит базар, который восточный, про что у нас и разговор, который отличается. Это лимончики, петрушка. А вот тут вот есть вот это. Это вот как бобы. Они их едят свежими. Сейчас я взял, покажу сейчас. Смотрите, вот это артишок. Это артишок. Его сырым и его и же 5 шекелей за килограмм, что ли. Так, сейчас я вам покажу. Смотрите. Маусим это ему артишок, а? Ох, не, они ванти. Локах, ахлим, сам нотуба. Они осе морит кола зеб, осе салат. Салат? И ванти. И ванти. Так, здесь еще типа как какая-то, как полынь. Вот это, на вид она какая-то горькая, но они тоже ее как будто едят. Вот она. А здесь у нас, смотрите. Ой, это салат. А это тут у нас листочки салата. Это сельдерей. Это корневой сельдерей. Это у нас наши как их, помидорчики мелкие, забыл, как их звать. Ну, вы знаете. Так, баклажанчики какие, все дела. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так, идем дальше. Продвигаемся дальше. Так, лук. Артишок, говорит, очень вкусный. Очень вкусный. Здесь же одноразовую посуду продают. Пиво даже тут продают.
вилки, ложки. Вот русская литература. Ключворд, мега толстяк, все дела. Я хочу показать вам, что это кушают. Ой. О, я же тут чищу. Вот он. Хочу показать вам. Вот. Вот это, которые как бобы свежие. Но они их кушают. Я тоже их кушаю. Они вкусные, сладкие. Столько у вас литературы. Столько. И где вы ее берете? В магазине? А, в России. В России. И все это тащится сюда. Вышивка. Подарки своими руками. Да вы что? Классно. Вон даже и букварь есть, все пособия. А тут и книжечки. Классики и современники, которые похожи. Так, что тут я вам показываю? Вот. Вот. Как я их сейчас буду есть. Смотрите. Вкусно. Так. Есть у нас что? Яблоки то же самое. Вон какие они. Блестят на солнышке, натертые. Дыни, арбузы, все уже есть. И все это наше. Все это местное наше. Лук, петрушка, укроп, сельдерей. Грязно, как и на всех восточных базарах. Кукуруза свежая, но не такая, как в Казахстане. Дыньки, арбузики, персики. Это тут у нас киви, груши. Это у нас шизифин, шизики. Но это уже абрикосы пошли первые. Что тут здесь у нас? Груши. Это у нас здесь хурма. Это груши. Ого, какие огроменные. Вот мой кулак. Смотрите, вот эта груша какая огромная. Круто. Киви. Киви. Там бананы все. Это здесь авокадо, мандаринчики, гранаты. Что тут еще? Виноград. Вот я вам сегодня много чего покажу. Опять здесь авокадо. Их же разные, несколько сортов есть. Много сортов их есть. Виноградик. Что тут у нас в этом ряду? О, помидоры классные, красивые. Грейпфрукты. Грейпфрукты. Огурцы. Все, помидоры, лимончики, морковка. Все, все классно. Людей боюсь снимать, чтобы не возмущались. Перцы какие, смотрите, какие перчики. Ху-ху. Чеснок, тыква по кусочкам. Тоже кашу, видать, варят. Так, вот так. Вот, опять апельсины. Картошка со своего огорода, видно, не помытая, ничего в пыли. Вот такую мы и стараемся покупать. Лук, картошка, вот видите, она в земле еще. Но есть шансов, что она как раз-то не обработанная. И как раз-то ее, вот она, все. Опять картошка. Мы ее берем, моем и кушаем. Что здесь? Это у нас салаты. Это у нас сельдерей. Дальше все так же. Так, о, вот что хочу показать вам. Здесь уже это свежий чеснок. А это у нас здесь редисочка. Редисочка свежая. Лук свежий. О, и такой тоже синенький лук свежий рвут. А это у нас, смотрите. Нет, это... А где тут? Щавель. 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 Для того, чтобы варить борщ. Они так и кричат. Щавель, щавель. Хамцец. Да, это щавель, это который кислый. Хамуц это кислый вообще. Укропчик свежий. Петрушка. Ой-ой-ой, и даже яйца продают здесь. А, здесь грибочки есть, смотрите. Продают маленькие какие.
Вот так вот. Бийцы. Яйца 35 шекелей. Так. Идем. Идем дальше вовнутрь. Идем дальше вовнутрь. Так, вот сегодня такой вам базарчик. Так, я там уже снимал, а тут вот бананчики. Все наше местное. Мандарины, яблочки. Яблочки. Взял. Яблочки. Так. Так, идем дальше. Идем. Картошечка, как будто мелкая на посадку. Чеснок, лук. Опять картошка. Картошка, мартошка. Вот так. А народу уже вот столько народу. Так, здесь у нас перцы. Бокердов. Хари, ломоток. Это горький, это сладкий. Это горький, это сладкий. А это что? Как? Куркума. Куркума? А, которую все рекламируют, надо ее есть, поглощать тоннами. А это что? Вот это. Камун. А что это такое? Зира, зира. Зира? А, да, ну-ка. Даже через пакет пахнет. Это белый перец. Белый. Это черный перец. Понял. Ищите. Там то же самое. Там шим-шим. Так, 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 так. А, это вот он тоже. Черный перчик, красный. Все понял? Поняли? Понял, понял. Понял. Так, здесь у нас это жареные у нас кукурузы. Арбузные семечки, кстати, у нас очень любят. Это кишью. Это, говорит, как его? Забыл. Миндальный орех, его несколько разновидностей есть тоже. А это у нас этот, ну вы поняли, как его. Семечки в ведрах, в мешках, все есть тут, куча, валом всего. Вот этот дядька сидит, просит деньги. Куча у него там уже есть, стаканчики, куча. Так, вот, пожалуйста, это рис. Это что тут у нас? Так, вот. О, фасоль. Красная фасоль, обычная. Это, а вот это Исав, который, говорит, чечевица Исав, говорю. Исав, который красного насыпь мне вот этого, говорит, который продал за свое первородство. Здесь рис длинный, это фасолька, фасолька, рис длинный, длинный рис. Это что, не знаю. Ой-ой-ой, фасоль. Кукуруза со всяким. Вон они, бобы, которые я сейчас зеленые ел. Кукуруза, горошек зеленый. А нет, это чечевица тоже. Это тоже чечевица. Сколько ее разновидностей есть. Вот это есть. Это хумус, да, вот это? Это крупный, это маленький. А, это хумус. Вот, который к нам приехал, похоже, с Самарской области, где наши родные в Нижнем Озерецке выращивают. Это нут. Хумус. Но его здесь два вида. Один большой, другой маленький. Вот. Здесь я вам еще не показывал. Вот, покажу сейчас. Вот он. Это самые дорогущие орехи, которые... Забыл, как их звать, но вы поняли. Орешки, чернослив. Это здесь абрикос сушеный, смоковый, финики. Тут что у нас это? Это у нас здесь... Это у нас этот... Кстати, вот это местное, а вот это привезенное, по-моему, с Узбекистана. Слыха, вот это разница, это наш местный, да? Это наш, это узбекский. Нас, а, это узбекский, значит, я не ошибся. А чей дороже? Какой дороже? Какой, какой узбекский? Ничего страшного. Вы из Узбекистана. Какой, какой, она говорит, Узбекистан? Вот он, вот это он. Он же и подороже, и он же и это самое... Да, это он. Это наш узбекец. А вы откуда приехали? С Коканда. Какая красивая девушка. Можно я вас сниму на память, Коканд? Коканд. А куда вы? А откуда вы? А я с Казахстана. Очень я не с Узбекистана. Ну, вы соседи. Мы соседи. Соседи, мы все соседи. Он не спрашивает, он не как ты, он не жадный. Я хоть один раз спрашиваю. Он не спрашивает. А вот я хоть один раз спрашиваю. Жадный, говорит, с ним говори, говорит, он жадный, говорит.
Вот это сегодня я вам интересное сниму. Как вы поняли, вот это наш местный. Вот это кишью, а это не кишью, не кишью, это, ну, персики сушеные. А это я возьму на пробу. А это который с Узбекистана. Смотрите, изюм какой громадный. Здесь он поменьше. Угу. А тут смотрите какой. О, а это другой. Забыл, как его звать. Это разновидность. А тут вообще мелкий-мелкий. Это как клюква, что ли. А тут смотрите, какой длинный. А тут это тоже, наверное, скаканда какого-то. Угу. Вот. Вот это я сегодня вам покажу базар. О, вот это, кстати, у нас... Вот это не грецкие орехи. Это орехи, которые наши местные. Они в такой длинной кожуре, похожи на желудь. Ну-ка. Какой вкусный. Тут можно кушать. За это не убьют. Вот это... Я не знаю, как бразильский орех или как его называют. Тыквенные семечки чищенные. Банан сушеный. Ананас сушеный. Короче, манго сушеная. Ананас сушеный, опять же. Это, по-моему, клюква красная. Вот это точно клюква красная. Барбарис. Барбарис. А это... Это эти. Каштаны. Они уже здесь сваренные, все готовые. Открываешь и кушаешь. Каштаны. Очень вкусные, я их очень люблю. Так, вот. А здесь что-то... Сахар даже виноградный продают, похоже. Это что? А, это... Угу. Хамаримбаль это. Это финиковое, с фиников варенье. Короче, варенье с фиников. А это тут что? Это мед пчелиный, а то не пойму что. А тут перчик горчущий. Перцы. Перцы здесь народ. А тут рядом речь узбекская, бухарская. Вот они. Вот они. Вот они. Это похоже на наши эти. На наши... Ну, вон, чайнички узбекские. Пожалуйста, все есть. Это конфетницы тут, стаканчики. Там даже и ботинки продают все. Ну, базар как базар, как положено. Вот наши земляки. Так, пойдем сюда. Арбузики, ну это еще, наверное, тепличные какие-то мелкие, дынька. Яблочки тут всех сортов, киви. Ананасы, пожалуйста. Даже хвосты уже им обрезали. Это у нас здесь персики свеженькие. Вот они, эти шизофимы опять. Так, идем дальше. А мне тут надо кое-что купить. Мне надо остановиться. Так, вот они. Вот так. Угу. Вот так. Сейчас я вам покажу, я что тут купил. Вот. Это у меня теперь жесткая будет ножка для телефона. И я буду вам снимать. Ой-ой-ой, все дороги. Так, я уже забыл, где я тут прошелся. Вот, все. Идем сюда. Шизифимы. Это уже тут сливы пошли. Ой, 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 слыха, Адон. Слыха. Бананы местные. Это тут. Это вот. Да, это большие тут, крупные. Это мандаринчики. Забыл, как его. Ну, этот, вот, авокадо. Хурма, груша. Это тут. Так, здесь у нас киви, здесь у нас клубника, уже остаточки такие, вон они там, вон все ящички с этими, виноград, 30 шекелей, еще дорого, так, 7 шекелей, 8 шекелей, арбузики, дыньки, о, сейчас я еще раз покажу вам клубнику, вот она, вот так она, свежая, клубника свежая, тагит. Кама тут? Кама. 2 на 25. 2 на 25.
Так, а здесь вот лук, бацаль, белый обычный синий, а тут видите, помытая картошечка, блестящая такая. А это батата, огромная ужас. Так, сегодня интересно, попаду я на работу или я не попаду. А вот это кабачки маленькие, тоже очень любят готовить, жарить. Вон то пахнет валерьянкой, очень вкусно резать и просто кушать с солью. А можно и без соли. Это, говорит, забыл как его. Это морковочка у нас тут, огурчики, видите, авокадо опять разных цветов, лимончики. Вон там все то же самое. Ой-ой-ой, вот сегодня я нарвался. Но у меня сегодня специальная цель – показать вам базар. Вот. Так, ой-ой-ой, это чеснок свежий, выкопанный. Смотрите, сколько его, горы целые. Неужели они его распродадут? Неужели они его распродадут? Или... О, эти бананчики уже спелые. Так, тут у нас сливки. Нет, это абрикосы лысые. Лысые абрикосики. Помидорчики. Артишоки. Одно и то же. Вот опять это фасоль. Все. Это как ее называют? Цветная капуста. Балгалажаны. Смотрите, круглые, огромные. Круглые, огромные. Малюсенькие, декоративные. Кстати, я их еще не пробовал. Говорят, они очень вкусные, без горечи. Здесь длинные, продольные. Капуста синяя, капуста зеленая. Перчики. Что там, перчики горькие. Ох, как я их люблю же. Кстати, я вам хочу что-то показать здесь. Вы знаете, перец вот это, где у него 4, вот они, вот эти поверхности. Я раньше тоже не знал. Оказывается, вот это вот 4 шишечки, это значит, что это женского рода. Вот здесь он тоже, видите, хорошо его видно. 1, 2, 3, 4. Вот этот перец, он слаще. А вот это мужик с тремя. Вот это тоже с тремя. С тремя вот этими. 1, 2, 3. Этот не такой сладкий. Вот возьмите и попробуйте дома. И вы увидите точно так же. Вот видите, это мужская особь, мужики. Это тоже мужик. Так, а где тут у нас желтый, женский? Что-то все мужики одни уродились желтые. Да что ты будешь делать? Хоть вот он женский, маленький. Но, говорит, вот он, 1, 2, 3, 4. Попробуйте, и вы увидите. Вот так вот. Кое-что я даже еще подскажу вам. Тут, о, вот у нас здесь арбузики здесь продают. Смотрите. Вот они, арбузики, которые уже по половинке продают. Пленочкой порезали их. Накрыли. Ну, а тут то же самое. Что тут сказать? Надо взять мне пакет. Пакеты здесь висят везде и повсюду. Мне его нужно взять, чтобы я не потерял свою коробочку. Потом, как же я буду вам записывать все мои дороги? Тем более, лето начинается. Сейчас будут гости ехать. И мы будем кататься. Так. Вот так. Раз. Вот так. Опа. Все. Взял я ее, положил сюда. Вот так. Что тут еще у нас? Тут какие-то корни, даже я их не знаю. Но это редиска. Это, вы знаете, лучок. Петрузилия тут. Опять редиска. Желтые. Черри забыл. Думаю, что черри. Вот они, черри. А то, тут даже у нас еще есть черри. Вот смотрите, какого вида. Здесь маленькие красненькие, длинненькие. А это здесь... Эти тут чуть-чуть продольные. За гамтаим? Гамтаим? Это очень, говорит, вкусно. Так, я их вроде бы брал, но ради вас придется взять и попробовать съесть. Сейчас я вам покажу. Обтер я его. У немцев есть поговорка такая, говорит. Трек маншпек. Грязь делает сало. Если немцы, я что-то сказал неправильно или не то ударение поставил, не обижайтесь. Категорически сладкий. Бабушка перца любит. Ну, еще раз на прощание. Все. Я ухожу. И я уже пошел. Все. Снимаю вам еще один ряд. О, а пришел сюда. Здесь наши родные продают, братья двоюродные. Фи, это так чернослив. Это у нас финики, видите? Один вид.
другой, вот длинные сухие, там третий, мелкие. А эти, которые королевские, вон они, огроменные, мягкие, которые как повидло. И здесь опять этот говорит. Так, вот они здесь, все эти сушеные, всякие разные. Ой, здравствуйте, как дела ваши? С праздником наступающим. Все нормально. Вы что, закупаетесь на праздничек? Камамеш, меш. Да, бай. 40 этот миш-миш, говорит, стоит. А этот? Это без сахара. Нет, это который? Это который из Узбекистана? Да, это без сахара. Без сахара? А тот что, с сахаром, что ли? Да. Вот. Вот оно, все здесь. Такой вот так. Как он работает быстро, шустро, молодец. Все, хватит на сегодня. И не? Матео мэр. Хорошо, говорит, с дороги. За 30, ну, говорит, за 15, говорит, продам. Арбузные семечки, как я говорил, их любят очень здесь. А это тыквенные. А это я их называю деревянные семечки, которые. Все, хватает. Невозможно остановиться. Все, 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 бегу. А тут уже стряпня пошла. А тут стряпня пошла. Кокосовые печенье. Там вон что-то всякие. Да, скоро у нас Песах. Все уберут. Так вот, вот это привозят наши братья двоюродные. Клубники. У-у-у, какие сделанные красивые. Смотрите. Интересно, что-то я такого еще не видел. Сладости такие. Это орешки замотанные. Ой-ой-ой. И чего только нету. Чего только нету. Чего только нету. Вот это да. Вот это да, вот, тут весь набор, видите? Клубнички желтые, красная малина, там морковка или что это, непонятно. И вот они. И всех тут отдельно. По... Восток, дело не только тонкое, но еще и очень укусное. Шалом, Адони, эфосим, дзидорим. Пам решена не раиды, Каэли. Лё раиды? Эхо? Ручная работа. А вудат яд. А вудат ме ухедит. Матамер. Бабушка моя, говорит, делает. О, эти тоже сладкие вещи. Но они очень сладкие. 100 шекелей за килограмм. Это дорого. Это дорого. Все, на этом я заканчиваю сегодняшнее мое кино. На этих, говорит, 100 шекелях, которые, говорит, стоят вот эти. Все. Я вам показывал все в основном продукты, а теперь чуть-чуть покажу женщинам нашим, которые тряпочники, которые любят тряпки. Вот, пожалуйста, вот. Чего тут только нету. Эти все вещи по 5 шекелей за одну штуку. Вот, смотрите, это кофточка. 5 шекелей это, ну, это $1.5, короче. Вот, вот так вот. Вот это тоже. Это все по 5 шекелей. И все это с этикетками. Все это новое. Привозят от соседей наших братьев, арабов. Вот так. Вот, вот. Вот так, вот так, вот так, вот так. Ой-ой-ой. Да тут раздолье. И нулька, я молчу, ты бы тут отоварилась. Я тебе говорю, ты бы тут, мне кажется, отоварилась. Вот они, тряпочки. Вот они, рубашки. Да, штаны, джинсы, рубашечки тут. Ну и что я вам хочу сказать? Что я вам хочу сказать, дорогие? Чтобы мне титры потом не писать, не мучиться. Короче, ставим все лайк, кому понравилось видео про базар мой. Подписываемся на канал «От рыбалки до зубов». А тут и тут есть и ботинки даже, включая ботиночки. Канал «От рыбалки до зубов». Подписываемся, ставим лайки, жмем еще на колокольчики. Колокольчик жмем, чтобы вам приходили уведомления.
прощаюсь с вами. До свидания, дорогие. До следующих встреч. 100 шекелей. 100 шекелей. Найки. Ой-ой, в каком погребе их сделали, я не знаю. Но 100 шекелей. А тут и парфюмерия. Ой-ой-ой. Как все тут. Все есть. В Израиле, как и у Греции, все есть. Говорит, все есть. Зубные, губные помады. Ой-ой-ой. Все. До свидания. Я с вами прощаюсь, дорогие мои. До следующих наших встреч. Конец кино. Все. Конец кино.